сообщать сразу. Но когда вы обращаетесь в больницу с симптомами, это говорит о том, что у вас поражена уже довольно большая часть легких. Задержите дыхание на 10 секунд. И если это не вызывает у вас дискомфорта или каких-либо неприятных ощущений, это говорит о том, что фиброза нету и, по сути, нет коронавируса. Нормально, да? Меня зовут Радбек Баенов. Я единственный чимкентский, оставшийся в Алмате после карантина. Я передаю между 13 и 17 частотами. Каждый день в полдень, когда солнце поднимается в зенит, я прихожу в Сайранский порт на Матазалка-стрит. Если вы меня слышите, если кто-нибудь меня слышит, знаете, без вас город опустел и все остановилось. У меня есть антисептики и маски. Я могу обеспечить вам безопасность. Если меня кто-нибудь слышит из чимкентских, хоть кто-нибудь, прошу вас. Вы не одни. Возвращайтесь скорее в нашу цитадель. Мы вас ждем и скучаем. Алло, 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 сейчас. Алло, алло. А? Сайран жанында тұрсың ба? Двигаться надо, двигаться. Бизнес надо делать. Что-то надо делать. Бизнес, бизнес, брат. Двигаться надо, двигаться. Надо бизнес делать, брат. Что-то надо делать. Подожди, по времени. Не надо двигаться, не надо. Ой, слышишь? Ассаламу алейкум. Валикса. Посмотри, раз машина, а? Что это вообще машина? Барахтит, там, пердит, чихает. Вот так заводит. Тык-тык-тык-тык-тык. Потом пах-пах-пах-пах по пути. Вообще не ездит толком я. Ну все, ключи оставь, потом заберешь через пару часов. Вот, пожалуйста. Давай, давай. Все, хорошо, давай. Да. Че, брат, сделали, да? Все сделали, да, на ключи. А в чем причина была? Это коронавирус же. В смысле? Из-за коронавируса я тебе говорю, сейчас машина даже передается. Температура поднимается у тебя в машине, у тебя потом радиатор сразу накрывается. Это первый признак коронавируса. Вот, одел маску, вылечил, сделал. У тебя этот, что там, в гараже еще другие машины рядом были? Да, были. Всех их сюда загоняют, ты что, пока не поздно? А, мне да? Последние маски остались. Все, Рахмет, брат, Рахмет. Ну? Давайте, не болейте, ага, давайте. Ну что, всем привет, это Биржа Труда, и сегодня мы расскажем про то, куда можно устроиться на работу и поднять немножечко бабла. Начинается вот это, блядь, все, кто на работу ходит, глупые, надо на себя работать, блядь. Всем привет, сегодняшняя тема — английский язык. Учим английский язык вместе, давайте повторим слово today. Сегодня они уроки удлиняют, чтобы бабки чисто же есть поиметь. Пиздош, блядь, английский, ну. Дорогие друзья, мы живем не самое спокойное время, поэтому не забывайте носить маски. Я вижу эти понты вашему, чистый бизнес-проект. Носите с собой антисептики и вы, не вы, вот эти маски продаете, блядь. Эй, слышь, ты, да, блядь, на диване, слышишь меня? Ты, блядь, сам нихера не делаешь, дома сидишь, заткнись, мне хотя бы не мешай, понял? Все хорошо. Сам не хочешь лучше становиться, блядь, идиот, блядь, бесишь аж нам. Да ладно, что ты, братан, джай, мысли вслух. Иди, блядь, маску надень. Ну что ж, дорогие друзья, надо надевать маски, брать антисептики и никакой паники. Коронавирус, нет-нет-нет, коронавирус, кет-кет-кет, коронавирус, жахндама жолама. Че, завтра на той как едете, да? Да, готовимся. Да? Давай ты скажи Данке, что все девчонки оденут длинное платье, а? А то он собирается свой мужской костюм одеть, красный жесть постоянно одевает. Бисмит костюм. Скажи, что все девчонки в длинном платье, хорошо? Все, хорошо. Давай. Все. Привет, Дан, как дела? Привет. Че, завтра на той едете, да? Кто-то? Да, едем. Да. Кстати, Айген, что наденет? Она сказала, вообще платье оденет такое, длинное. Как... Длинное? Да, до пола прям. Молодец. Потому что, говорю, там все девчонки будут одевать. Так... А, все одену? Да, все такие. Ой, молодцы. Да. Длинное платье? Тогда я этот одену. Короткую юбку такую у меня же есть, такая короткая такая, классная. Вот я ее тогда надену завтра. Зачем? Ну, чтоб не быть как все, отличиться от всех. Че я буду как... у тебя же есть красный костюм твой мужской, его одевай. Жандома, короткая юбка. Не, красный костюм хороший, который... Да, вот это классный костюм есть. Да, мужской такой. Классно, да, мы вчера на моей свадьбе погуляли? Блин, кстати, не то слово. Помнишь, на тех, кстати, двух девчонок, одна темненькая, другая светленькая, со стороны невесты? Ну? Я же с ними заобщался, короче, прикинь. Общение, печенье, головокружение, короче, подхожу с ними. И давай, короче...
Они потом меня тянут к себе, а там помимо них еще две бабы. Прикинь, я один, их четыре, и они сами наливают мне коньяк. И мы давай, короче, с ними бухать, накидывать. Братан, в этот момент реально тебя не хватало. Братан, ты что, плачешь? Да нет, просто по жене соскучился.